Мне не надо. Хотел с тобой познакомиться. Мы давно встречаемся с твоей мамой. И решили быть вместе. Это вы ей подарили платье? Какое платье? Блестящее, дорогое. Да, я. Так и знала. Твоя мама много про тебя рассказывала. Ты очень умная девочка. Поэтому я пришел к тебе. Ложь разрушает семью. Мою она уже разрушила. Я ушел от жены и дочери. Это какой-то бред. Это любовь. Когда она в лесе, она с вами встречается? Иногда. Я не хочу больше с вами разговаривать. Вы мне оба противны. Не надо винить свою маму. А кого мне винить? Вас? Никого, это чувство. Я всегда знала, что она от меня что-то скрывает. Мы все что-то скрываем. И нам тяжело от этого. Это мне тяжело, и моему папе. А что там вас, мне насрать. Сами пейте свой коктейль. Алло. Оль, ты слышишь меня? Ты куда пропала? У меня сюрприз тебе. У меня тоже для тебя сюрприз. Я сижу в кафе Полоскова с твоим любовником. С каким любовником? Его зовут Лев. Или у тебя их много? Здравствуй, Надя. Мы с Олей тебя очень ждем. В ателье я заехал, не беспокойся, расплатился. Если с ней что-нибудь случится... Она сейчас приедет. Может, все-таки будешь коктейль? Очень вкусный.
сделай еще шаг. Зачем? Может, я тоже хочу послушать. Иди в машину, пожалуйста. Миша, Оля, все рассказать. Лаура Гальярда. Я стала свидетелем преступления во время полета. Домой вернуться мы не можем. Друзья помогают нам скрыться. Я бы не поверил. На то и Миша вполне. А дальше что? Жила бы честно, без вранья. Так, чтобы он больше не играл. Нет, я не смогу. Накажи лучше меня. Не хочешь, Мишу, я придумаю что-нибудь интересное для Оли. Нет, не делай этого, пожалуйста. Не затягивай. Ну, при чем? За коктейль не забудь заплатить. Черт. Он больной человек. Понимаешь, я однажды летела с ним, и я ошиблась.
С тех пор он меня преследует. И сколько раз ты так ошибалась? Один. Я даже заявление в полицию написала. Но его не приняли. Сказали, что мне ничего не угрожает. Оль, я очень люблю твоего папу. Меня тошнит от тебя. Прошу тебя, не говори мне ничего. Не скажу, потому что он тряпка. Не надо так, не надо. А что? Ты ему лапшу на уши вешаешь, а он и рад. И ты рад. Потому что он тряпка, а ты шлюп. Выпусти меня. Открой дверь, выпусти меня! Ты никуда не пойдешь, никуда. Выпусти меня! Выпусти! Нет, весь тяжелый металл – говнище. Они накрасятся, как бабы. Только панк-рок настоящий. Че, твои панки не красятся, что ли? Да красятся, ну, как мужики, а не бабы. Пойдем танцевать? Пойдем. Давай поженимся. Что? Ну, поженимся. Ну, как мужчина и женщина. Ты муж? Я жена? Нет, наоборот. Идиот. Я серьезно. Не понравится, разведемся. Бабушкина квартира есть. Будем там жить. С родителями познакомлю. Они у меня нормальные. Ну что, выйдешь? Нет, не выйду. Почему? За тебя боюсь. Что ты их жалеешь? Надо было кончать всех сразу. Меня за такое ты бы убил. Она мне нужна. Да она тебя предала. И не успокоится, я ее знаю. Мне следить за ней? Нет. Да она сбежит! Заткнись! Да, Оленька? Ты что плачешь, детка? Что случилось? Хорошо, конечно. Конечно, я приеду. Ты где? Ну все, малыш, скоро буду. Дочь ее тупица. Расстроилась. Пойду успокою. Что здесь было? Вечеринка. Я не разрешал. Ты сам сказал. Развлечься. Кто эти девочки? Какие девочки?
Вот. Нашла у тебя в тайнике фотографии. В своих вещах я тоже не разрешал рыться. Кто они? Ты их убил? Да, я их убил. Потому что они залезли в мои вещи. Они тоже из тюрьмы, как и я? Они все убийцы, как ты. Ну скажи, за что ты их убил? Я их не убивал. Одна сбежала. Ее нашли и наказали. Вторая толковая была. Пулю словила. Третья покончила с собой. Ты четвертая. Еще живая. Почему только девочки? Потому что на вас никто не подумает, и вы жестокие. Понятно. А мне Миш предложение сделал. Я подумала, жизнь у меня все равно короткая будет. Новый паспорт есть. Буду за него замуж, буду на тебя работать. Ты больная? Мне замуж можно? Нет. Мы будем жить у его бабушки в квартире. Я тебе мешать не буду. Вечеринки устраивать, в вещах рыться. Ты не сможешь все время ему врать. Я буду ему говорить только то, что он должен знать. Рано или поздно ты ошибешься. Он про тебя все узнает. И придется грохнуть твоего Мишу. Тебе придется, Надя, его грохнуть. Устал. Пойду посплю. Убери здесь. Да, милый. Надь, давай все-таки поедем в Турцию. Ты устала, отдохнешь. Возьмем Олю, настольные игры, картишки. Музыку я могу писать в любом месте. Алло, ты слышишь? Да, да. Конечно, возьмем настольные игры. А ты когда дома? Через час. Жду тебя. Человек избитый в переходе лежит на бульваре Космонавтов. В начале, в самом, у первого дома. Приезжайте скорее, он без сознания.
Я все сделала. Не ври мне больше, и все будет хорошо. И Оли с Мишей тоже? Эти люди меня не интересуют. Да, слушаю. Да, жена. Как избили? А что с ним? Да, да, я еду. Еду, сейчас буду. Мам, а мы избили, на него в парке напали. Я знаю, знаю. Ты где была? Я у Люды ночевала. Держитесь, девочки мои. Врач сказал, что скоро к нему нужно будет зайти. Оля мне все-все рассказала. Почему я ничего не знаю про этого мужика? Надя, ну, может, подруги все-таки. Ладно, это уже не важно. Вы, главное, помиритесь, чтобы Миша вас таким не видел. Вы родственники Рудагина? Да. К нему уже можно. Это я тебя нашла. Вычислила, что ты в ателье ходишь. Стареешь, подруга. Убью тебя. Это я тебя убью. Запястье сломано. Врач даже не знает, буду ли я вообще на гитаре играть. Ну, конечно, ты будешь играть. Ты еще лучше будешь играть. Да, да, да. Помнишь? Помнишь, у тебя был перелом? Когда машину сбила. Угу. Я вот тебе волосы мыл. А ты мне будешь мыть женщину? Их найдут? Ну, конечно, их найдут. Да, вряд ли. Там камер-то нет. А от меня толку нет. Я вообще не помню, сколько их было. Часы сняли, твари. Ну, только батарейка поменяла. Ну, шутишь, да? Значит, поправляешься. Когда тебя домой отпустят? Ну, дня два поддержат. Ну, там пока без меня. Хорошо, девчонки. Справитесь? Ну, как-нибудь справимся. Да, Оль? Конечно, пап. Не бойся. Я ему ничего не скажу. Я не боюсь. Я сама ему все скажу. Не надо. Ему и так плохо. Мне подождать, пока он поправится? Не надо ничего рассказывать. Тетя Люда сказала, что ты совершила ошибку, тебя надо простить. Скажи ей спасибо. И поклянись, что ты больше не будешь обманывать папу. Я клянусь, что больше не буду обманывать папу. Ну и поклянись. Это глупо. Глупо. Зато, когда ты захочешь соврать, ты будешь вспоминать меня.
Я клянусь тобой.